Первое. Для того, чтобы понимать уровни, вы должны себе ответить на простой вопрос. Вопрос заключается в том, возле уровней, давайте сделаем сейчас маленький квиз, возле уровней самые большие объемы или самые маленькие? Поехали. Возле уровня большие или маленькие? Самые маленькие объемы или самые большие? Поехали. Давайте, жду ответов. Большинство из вас, я просто вижу, какие ответы, большинство из вас ошиблись. Дело в том, что возле уровня всегда самые маленькие объемы. Почему? Потому что уровни – это те линии, те, давайте скажем, те уровни, возле которых сосредоточено большое количество лимитных игроков. И теперь самое главное, не пытайтесь даже гадать, это безразлично. Возле всех уровней всегда объемы падают. И сейчас я вам покажу доказательную базу. Это все предельно просто. Мы сейчас с вами посмотрим горизонтальные объемы, и вы увидите. Сейчас, одну секунду. Итак, смотрите внимательно. Возле, видите, там, где происходят самые маленькие объемы, там, по сути дела, есть несколько картинок. Давайте я покажу. Там всегда падают объемы. Видите, то есть границы, вот они, границы каналов, это те границы, возле которых самые маленькие объемы. Самые большие объемы, видите, они всегда в середине канала. То есть, что мы понимаем? Что, видите, вот смотрите, раз резко упали объемы, самые большие объемы пошли здесь. И если вы откроете каждую картинку, то неважно, на каком подходе вы подходили, всегда будет одно и то же. Возле уровней будут всегда самые маленькие объемы, внутри канала будут всегда самые большие. И самое главное, то, что вы должны понимать, что внутри канала, почему никогда нельзя торговать, потому что внутри канала самые большие объемы, это то место, где крупные игроки набирают позицию. Видите, еще раз, смотрите, раз, вот все объемы упали. То есть теперь вы будете понимать и знать, и не просто не будете слушать никого, и вы увидите, что, видите, возле границ каналов, если вы правильно проводите, всегда самые маленькие объемы. Видите, теперь как минимум вы будете понимать, что от того, что вы посмотрите, видите, правильно кто-то сказал, первая глава в книге. То есть очень важный фактор, что самые маленькие объемы всегда возле уровней. Почему? Потому что никто не хочет быть первым, особенно при первом подходе. Неважно, какой подход был. Почему? Никто не хочет быть первым. То есть мы прекрасно понимаем одну вещь, что на уровнях стоят всегда лимитные игроки. И когда вы проводите уровень, очень важно правильно провести уровень. Если вы неправильно проводите уровень, то ваши шансы там на получение, неважно, там какой-то прибыли или вообще какого-то движения, они абсолютно ничтожно малы. И вы должны прекрасно понимать одну вещь. Если вы неправильно провели уровни, то, скорее всего, вы все остальное будете делать тоже неправильно. Поэтому это очень-очень важный фактор. Это правильно провести уровень. Второе. Когда вы правильно проводите уровни, вообще как их научиться проводить? Я в открытом доступе выставляю огромное количество уровней. Вы просто должны их там перерисовать, нарисовать там 100, 200, 300, 500. И тогда вы будете понимать, как вообще устроены уровни. Потому что если вы его неправильно проведете, и, например, инструмент закроется там на 1 цент ниже или выше уровня, а уровень проведет неправильно, картинка будет абсолютно не соответствовать действительности. Второе. То, о чем я говорил. Это энергия. Смотрите внимательно. Давайте покажу вам сейчас энное количество. Сейчас. Итак, посмотрите внимательно. Неважно абсолютно какой это инструмент. Мы сейчас посмотрим несколько инструментов, но вы должны понимать одну вещь. Что всегда, видите, после накопления, чем четче границы накопления, тем сильнее и резче будет движение. Видите, посмотрите. То есть, если инструмент четко отдерживает границы, да, здесь я просто провел поверху, на самом деле здесь вот, сейчас. Чем четче вот вы проводите границы канала, да, чуть-чуть выше, да, очень важно проводить правильно и всегда проверять себя. Вот, видите, вот границы канала. Чем четче вы проводите границы канала, тем больше идет накопление перед очень сильным движением. Чем размашистее, да, вот такие вот движения, здесь очень тяжело. Но если вы видите, что инструмент вот встал в зону и очень четко копит, да, такая же зона там была, по сути дела, там по всем инструментам, я вам потом покажу биткоин и покажу, что абсолютно неважно, какой инструмент торговать, абсолютно неважно, да. Самое важное – это правильно провести уровни, правильно понять,
накопления и правильно понять направление движения, а точку входа, по сути дела, уже можно прикрутить. И вот так вот, смотрите, вы проводите уровни и дальше идете. То есть вот было одно накопление, оно резко пошло, вот было второе. Японская иена. Смотрите внимательно, вот это вот было первое накопление. Это было очень сильное накопление, о котором я рассказывал, да, и мало кто вообще обратил внимание, еще несколько месяцев назад, видите, мы очень сильно пошли. Вот у нас было второе накопление, видите, это более размашистое, более тяжелое направление. Помимо того, когда вы смотрите накопление, нужно обязательно смотреть на так называемую реализацию. То есть, если инструмент накопил, нужно смотреть, как он реализовывается. Да, вот это вот правильная реализация после накопления. Смотрите дальше. Всегда смотрите, что происходит после очень резких движений. Если после резкого движения инструмент не начинает откатываться, движение дальше будет продолжено. И вот вам пример. Сейчас. Вот вам пример битка. Смотрите, сейчас я сделаю поменьше. Смотрите. Вот вам пример криптовалюты. Притом я не спец по криптовалютам, но я абсолютно правильно рассчитал и этот уровень, и этот уровень. Посмотрите внимательно, видите? Очень сильное накопление. Нас прижимает к нижней границе, видите? А вот теперь посмотрите, как важно правильно смотреть, где закрылся инструмент. Смотрите, вот внимательно на эту точку. Смотрите, вот он, видите? Инструмент закрылся прямо на несколько долларов ниже уровня. Вот, все, видите? Это показывает, что в инструменте сидит очень большой шортовый игрок. То есть мы закрылись прямо ниже уровня. Да, вот был уровень проведен, вот уровень проведен по, видите, бару ложного пробоя, и мы закрылись прямо ниже. И посмотрите, какое резкое движение мы получили. Дальше, после резкого движения, посмотрите внимательно, у нас никакого отката нет, то есть инструмент вообще не откатывается, и мы получили еще одно очень резкое движение, там порядка 4000. То есть, видите, абсолютно не принципиально вообще смотреть, какие инструменты вы торгуете. Смотрите, что происходит дальше. Первое. Мы выкупаем полностью все падение по иене. Естественно, уровень у нас, видите, немножко переадаптируется, потому что этот уровень был через ложный пробой. Уровни иногда можно переадаптировать. То есть у вас есть уровень, который был образован ложным пробоем. И посмотрите, как четко мы его отрабатываем. То есть что это значит? Это значит, что если мы пробьем вот этот вот уровень, который у нас есть, я там не вижу, там сколько, 133-475, мы дальше пойдем вверх по турецкой лире. И вот так вот оценивается абсолютно каждый инструмент. Бывают такие ситуации, что в инструменте абсолютно ничего нету. Да, вот здесь вот, смотрите, вот правильно кто-то сказал. Есть так называемая репорная точка. Что такое репорные точки? Это очень сильные уровни, возле которых именно начинаются вот такие вот сильные движения. Например, вот была репорная точка по JPY, видите? Да? И обычно в основном репорные точки – это те точки, возле которых начинается падение.